Всем привет, дорогие подписчики и зрители YouTube канала Eco Warner 2001. Поздравляю вас с наступающим праздником, с новым 2021 годом. Желаю вам успеха, удачи, счастья, мира и позитива. Пусть будет классно и весело. Я пришел не только за этим. Сегодня я подведу итоги уходящего 2020 года, а заодно отвечу на ваши вопросы. Подведем итоги уходящего 2020 года. 2020 год для нас всех запомнился сложным. Да, было много плачевного, но было немного хорошего. Например, в июле я достиг отметки тысячи подписчиков, в августе получил вкладку сообщества, а в сентябре я освоил Sony Vegas Pro 13, на котором я монтирую и сейчас. А значит, у меня было не так уж и плохо, как мне казалось ранее. Ну а теперь перейдем к вопросам. Как долго я на YouTube, я с 2015 года. Во сколько лет я стал телефапером? Приблизительно в 9 лет. А что там с другими рубриками? Пока что не решил. Да и тем более нехватка идей портит мои планы. Ну и на этом я могу завершить свой подкаст. Пусть у нас в новом 2021 году будет хорошо. С праздником вас! С Новым Годом!